Ребят, атмосфера дрифтерская. Приехали на Казань Ринг. Все уже расставляют свои техпарки потихонечку. А наша тачка в пути за 100 километров до ринга. Так что ждем ее, ждем и будем тренироваться сегодня. Либо вечером, либо, наверное, чуть попозже, завтра. Как-то так выглядит этот трек со стороны. Вы видели, да, тачка только что появилась. Здесь очень лютый перепад высоты. То есть, я не знаю, сейчас будет вам видно, не будет. Но вот это все. Вот просто под таким уклоном, как сейчас я нахожусь. Вон там финиш. Уклон просто лютый. Вот он, старт. В гору и вниз. Ребят, чтобы понимали, какой здесь лютый перепад высоты, посмотрите на один из проездов. Вот тачка вылетает из горы, ставится и полетела вниз. Смотрите. Вот она, получается, и вниз просто поехала. Ее даже не видно. Так, сейчас она выйдет. Вон там. Перепад здесь, поверьте мне, очень сильный. Я пью за вас, брат, по привет, по мате, да. Дай Бог вам здоровье, не поедет пусть никто. Кайфуйте, веселитесь, друг за друга держитесь. И все будет хорошо. Я пью... Мамба на Казань Ринге приехала. Доставил ее Егор Скрипников и Миха. Вот она, Новикова еще тачка, тоже пилот нашей команды. И вон пацаны расстилают полы, пустошают техничку. Федя держится в той палаточке. Вот. Красивый, просто жесть. Ребят, забрали колеса, 18-х 20 штук, и 17-х у нас 16 штук. Вот такую телегу везем к нам, к нашей палаточке. Ну, как понимаете, да, какая долбежка намечается. Лютая. Встречайте! Нормальная кучка? Все. В общем, ребятки, сегодня решили мы не тренироваться. Я пока что прошел административки. Заполнил документы, получил наклейки, лабаш. И сейчас идем это все устанавливать на тачку. А пока что держите вам проезды с пилотом Дэн Рейсер. Я там на пассажире сегодня успел прокатиться. Трасса очень прикольная, на постановке ничего не видно. Нужно прыгать в никуда, и потом уже становится понятно. Егор, ну чё, как? Пушка, гонка. Тойота. Гуляй мечтой, понял? Ребят, наша пушка готова к техкомиссии. Сейчас будем полностью проверять все оборудование. Ремни безопасности, амалогацию, шлема, комбезы. Вот, и... нам будут давать допуск на соревнования РДС Запад. Козырек, кстати, да. Мы уже вот наклеили. Огонь, тачка. Ребята, время 21:19. Мы еще не выезжали с Казань Ринга. В общем, здесь вот у нас такая движуха. Что мы здесь делаем? Так, вот так вот. У нас Марк. Дорога в дрифт, на котором едет Федя Дзержиц. Пол ломался. Слышите, как работает, да?
В общем, он троит, и мы не понимаем, в чем проблема. Сегодня весь день, с самого утра, ребята и все ребята с техпарка пытаются разобраться, что с машиной. И никто не может понять, что с ней. Никто. Абсолютно. Вот. Вот как-то так. Больше рассказывать нечего. Очень сильно устали. Так что сейчас поедем спать. А завтра будет много новых историй. Пальцы грязные.